Вся красота города во взмахах кистью и слоях красок. В Чебоксарах прошел пленэр, приуроченный ко дню столицы Чувашии. В течение 3 дней его участники писали архитектуру зданий, пейзажи и портреты. Красная площадь, речной порт, залив и виды на Волгу – лучшие места для творчества. В последний день пленэра участники вышли в сквер Константина Иванова. Здесь собрались как художники-любители, так и профессионалы. Такой пленэр проходит уже 5-й год. Николай Федоров не пропустил ни одного. Как говорит, его вдохновляет лазурная гладь Волги, исторические здания и, конечно, люди, которые находятся в таком же порыве творчества. На пленэр это не просто важно, это обязательно как бы надо выходить, потому что именно на пленэре живые впечатления, вот живой свет настоящий, настоящие люди, где все по-настоящему, а не из картинки, не из плоского изображения, а все объемно, все 3D в реалии. Линия за линией, набросок за наброском, на холстах художников появляются черты церкви Успения Пресвятой Богородицы и Чувашского драматического театра. В сквере также организовали выставку лучших пленэрных работ 22 года. Спасибо вам большое за то, что вы увековечиваете историю Чебоксар, за то, что вы делаете этот мир ярче, насыщеннее. А для этого нам нужны декорации. Вот здорово, что есть люди, которые действительно трепетно к этому относятся и могут переложить частичку своей души через восприятие на холст. Именно художники – те люди, кто фиксирует изменения города, зачастую не видные глазу обычного человека. Более того, они вкладывают в картины свои эмоции, которые потом рассказывают историю Чебоксар. И это фиксация. Фиксация момента здесь и сейчас. Эмоций, любви. И сейчас вот мы попросили и договорились сделать, наконец, хороший каталог, хороший альбом тех работ, которые были сделаны в течение 5 лет, и мастерами, которые приезжали из разных регионов и городов, нашими ребятами, нашими художниками. И я думаю, что на следующий год мы с вами уже наглядно увидим, как поменялся наш любимый город. Также участникам пленэра вручили благодарности за творческие успехи и популяризацию изобразительного искусства. Лучшие работы пленэра представят на итоговой онлайн-выставке 21 августа на официальном портале города Чебоксары. Анна Центовская, Анна Филиппова, Святослав Петров, Республика.